Алма-Ата может стать братской могилой. Во-первых, очень большое количество застройки идет с нарушениями всех строительных норм. Строительные компании, начиная строить, получают разрешение без согласования ЧС, без согласования СЭС, без согласования там, этого института сейсмологии. Представьте, строят дом, роют скважину, потому что там воды в предгорьях нет централизованной, соответственно, они на 50-60 метров заглубляются, чтобы получить воду. Они эту воду получают, соответственно, там образуется резервуар, потому что, когда они сосут воду, она вымывает вокруг вот этот весь грунт. Он, получается, с глубины поднимает наверх этот грунт, и потом этот грунт условно седает на поверхности. И там же они строят септики сквозные, которые тоже наводняют этот грунт. И в случае небольшого землетрясения, достаточно, я думаю, 6-7 баллов, эти склоны просто поедут.